Пожар в Одесском парке имени Горького, сгорело кафе ВДВ. Все началось в половине пятого вечера, столбы дыма были видны за километр, и уже спустя 40 минут пожарные локализовали огонь. Никто не пострадал, как рассказали спасатели, помещение было построено из легковоспламеняющихся материалов, поэтому огонь очень быстро распространился. Причину пожара сейчас устанавливают.